Специально для Airball я научу вас элементу lazy, что переводится с английского ленивый. Это очень простой элемент, который почти не тратит наших сил. Выполняется lazy следующим образом. Мы должны оказаться к парапету чуть боком. И перемахнем мы его за счет маха ближней ноги к парапету. То есть выглядит это примерно так. После того, как мы преодолеваем парапет махом ноги, в дело включаются руки. Когда наши ноги оказываются по ту сторону, на парапет приходит сперва ближняя рука к парапету, потом дальняя для подстраховки и баланса равновесия. Также элемент лейзи можно выполнять с разбегу. На этом все. Спасибо за внимание.